С именем Аллаха милостивого, к нам поступил вопрос, каково шариатское решение по поводу содержания птиц и рыб дома для красоты? Благородная религия ислам дозволила человеку украшать дом посредством того, что он пожелает, если это не является запретным. Религия дозволила содержать дома птиц, рыб для красоты и других животных, которые являются дозволенными в шариате. До тех пор, пока человек заботится о них, пока кормит их, потому что это души, творения Аллаха, нужно беречь их и заботиться о них. Перестать проявлять заботу о своих домашних животных, допускать их гибель однозначно запрещено в шариате. Известно о милосердии пророка, саллиллаху алейхи вассалям, к животным. Пророк Мухаммад, алейхи саляту вассалям, сказал, «Женщина попала в ад из-за того, что она привязала свою кошку, не пускала ее поесть и не давала ей ничего из еды». Этот хадис указывает на то, что держать дома животное не запрещено. Если о нем заботятся, дают есть, пить, оказывают своевременную медицинскую помощь, если требуется, и делают все то, что дозволено по шариату. Необходимо знать, если существуют определенные болезни, передающиеся человеку от животных, врач, специализирующийся на лечении животных, может определить, болеет ваш домашний питомец или нет. Если животное заражено какой-либо болезнью, то в этом случае запрещено дома держать его, так как есть угроза причинения вреда здоровью человека. Запрещено причинять вред себе либо кому-то другому, а Аллах лучше знает.